Думали одно, думали второе, думали третье. На появляется у нас Кунка для команды Na'Vi на Last Peak. Пью, Паша не шла игра ни на Марсе, ни на Тимбере. Здесь у нас стычка. Сему можно убить, можно также из фопа сразу забрать. Да, прокает, сетка кристаллая сделает. First Blood забирает Na'Vi. Наконец ФБ, ну и Ханскин разменивается на Сему, но... Ладно, а в это время попытка выйти на кристаллайза, что по детекшену? Нет, не Сандряков, а Звестник своего, все, Сёма, Сёма, до Ханскина не достал снова, Тельяс, и Ханскин выходит отсюда. Зачем вышел, не понял, ну ладно. Линия подпушивается в твою сторону, а скорее всего будет пушиваться ты, в итоге потом возвращайся обратно, пушу и дальше фармить леса. Здесь выход на Лимпа, Лимп, ну, умрет по идее, да, хватает урона магического по нему, на развороте убьют Сёму, здесь минус Сёма, ладно. Таск есть, и Брал Страйк, если что, Паша Тимберчейн дает, Ханскин на перехват, там Испон падает. Пока что на Ильяса, Паша хилится, живет. Не, его не пробивает. В итоге на развороте крест, корабль на Лимпа полетел. Лимпа подставляется, Лимп подставился. Соумбайн Сайленс концует, кастует эпицентр. Неплохой сейчас Ханскин, но урона опять же не хватает. Дезвард от Зиби забирает Пашу. Паша пробивает Мэджика. Что-то по хп у него интересно. Ильяс остановили Мэджика. Что по хп? Мне очень интересно. Каски полетели, каски прекрасны. Просто лайфдрейн Мэджика хп кончается, но еще живет Мэджика. Ильяс тоже выживает до сих пор. И он выживет или нет, не выживает. Даблкил для Лимпа 5-4 у нас. И сейчас вышка должна, обязана просто здесь падать. Да, гонится в погоне, полетела Фортуна. Но до Зиби достает Паша, то есть он должен будет убивать. Мэледик дал, поддержки не будет. Так что его, конечно, доберут, хотя он может по Мансити еще побегать. Но Ильяс и Госкипетра, то есть 1500 сверху уже еще. Сёму поймали, Сёма здесь зажат. И оставляет кил для Ника Бэби. В итоге он забирает его. Хорош. На тролле. Спирит ВСУ на Кунке. Все. Работать можно. Будет по морфу. Врыв на Пашу. Кастуется эпицентр. Каски полетели. Дезвард. Лайф. Все из него просто выхиливают. Выжимают. И Пашу убивают. Конечно же, без Дезварда. Так, его убили. Извиняюсь. Не то ляпнул. Сайс фо телепортируется. Залетел. Поставил неплохие спруты. И ноль ту развели. Ладно, минус ультимейт у Ильяса. Но тащит так, что можно будет остальные пойти убивать. В Пашу врыв, опять же, Маледик повесил. Ника Бэби Тимберчей превращается. Он в этого Тимбера, полетел корабль. Корабль только в одного, кристаллайз останови. Кристаллайз, батл транс, подкоп по нему. И просто пока что кай, кристаллик, больно. Кристаллик, сейчас закончится батл транс. Но поймали Фриона. Минус осло, ладно. Раз, минус 2-1, так что дела идут хорошо. Пока что Na'Vi забирает еще и Ханскин. Минус 3 делают Na'Vi. Будет выходить на СФО, но там-то сзади засада. Там засада, Ханскин врывается у нас на кристалл. Ой, на Мэджикал, Мэджикал. Мэджикал пока что впитывает, пытается пробить Ильяса. Ильяс, Ильяс еще живой. И будет он жить? Нет, не будет, он умирает. Минус Ильяс, Мэджикал выживает. Хотя это не точно, потому что там Дезвард, Бласт, подкоп и... Минус 2, где итальянцы на развороте. Очень полезно. А тут, ой, Паша поставляется опять. 5, Пашка, боже мой, кастуется эпицентр. Там или дикт, все на него повесили. Минус Паша. Сбивается у нас здесь вард. Мэджик увидел Ханскина. Ханскин ставит центря. Корабль него крест. Ханскин не получает задоджить. И забирает Ханскина перед файтом, включая байбеки. Ханскин у нас без байбека. Но 5, там 5 голды остается ему, он должен будет выкупаться по идее. Там врыв почти убили, Сёму, Сёму, Сёму еще впитал. Выкупается Ханскин обратно в игру, на Лимпа врыв. Под перед ВСО, по торрентам он хорошо забирает Лимпа, минус Лимп. Ника Бэби копает Ханскин двух героев, но... Ну, Ильяса может быть убит, Ильяса убили. Ладно, Ника Бэби тоже пытается пилить, Кристаллайз опять же врывается в него. Но Ника Бэби живет. Предвессел забрали у нас Сёму. Минус Сёма. Получается убить еще и Мэджикла. Беда печали. СФО красный. Прожимает стики. СФО забирает его также. Размен 3 в 3. Но с байбек по байбеку сделали у нас игроки. Пошли кристаллика. Батлтранс у него есть. Есть. Но копает его. Успеет ли он нажать свой ультимейт? Не знаю. Успевает. Нажал. Нажал. Ханскина сейчас убьет. Забирает Ханскина. Хорош кристаллик. Но Ника Бэби возвращается обратно. Так, Ника Бэби без маны. Ника Бэби, ты что делаешь? Ты что делаешь? Ника Бэби, что это сейчас за фит? Нет! Хватает ему маны, чтобы убить кристаллайза. Ника Бэби рассчитал свой урон прекрасно. Не дальше на Ильяса. Ильяс, Ильяс, Ильяс после байбека пока что еще живет. Опять же, Лебарда вешает. Че по мане, стики есть, вейформ. Адаптив страх не хватает. Дать по нему кончается. Бессилие здесь. Ника Бэби Инксвелл перекачивается. Зибисы подходит туда уже Лимп. Сейчас можно будет Ника Бэби захилить. Перекачивается, его захиливают, по идее. Да-да-да, вот так вот. Чернила полетели. Близко было, было близко очень, но не получилось. Не...
Так, ладно. Врыв. Нашли опять Пашка. Бедный Пашок, а. Нажимает лотос. Никогда не превращается как раз в Тимбера. Почти умер Паша. И спасает его Ильяс. Грестовайс прожимает БКБ. Сомбайн движется хороший. Спо... Спрутак захилался, Лим БКБ, и Бетотранс нажимается, Лим подсейвить себя никак не может, забирает его Крестовайс, также СФО можно будет убивать, минус СФО, хотя Ханскин, Ханскин, прекрасный, 500 на прекрасный Брал Страйк, минус 2, делает Альянс на развороте, пошли дальше, на Сёма, Сёма, Сёма живет, СФО возвращается в игру обратно у нас сюда, прилетает и... Гайс, вот он, Life Drain, почти забрали вторую сторону, и БКБ нажимает Никабеби, в итоге отсюда просто уходит. Все, да, все. Никабе превращается у нас в Тимбера. Зиби поставляется, минус Зиби. СФО, 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 СФО. Байбек включил, Лотус Кристаллайза здесь пытались поймать, но не пошло, врывается, Никабе промывается. Сразу в него, ой, Кристаллайза, о, Никабе почти умер, но... Но успел он перекачаться здесь, это было близко, но тоненько играет. Кристаллайз все же без бататранса. То есть БКБ еще потратил, сейчас можно будет просто раскайтить. И все, Кристаллайз будет без ультимейта, без БКБ. Ой, беда, печаль, там забирают Зиби. Зиби в таверну отправляется, хотя бы что-то. Кристаллайз, шотган, да, подлетает СФО, СФО. Ханскин, что по контролю-то, у тебя эпицентр. В итоге минус 2 делает Паша, минус 3 делает Паша. Врывается, круто. И поймали Ника Бэби, минус 4 делает Нави. Пошли на Лимпа, Лимп. Лимп, 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 Паша сейчас реабилитируется за неудачную игру свою однозначно. Лимп забирает себе дабл дэмэдж и пытается уйти. Кстати, Нави, забейте на него, бегите в трон уже. Ой, не в трон, а на Рошана, Лимп, БКБ, все, он сюда уходит. А вот кто-кто, а СФО умеет вот такую доту играть. Здесь Ханскин копает двух героев, неплохо, очень неплохо. Так, врыв, врыв, Сёма, Сёма. Ну, разбайтель на ультимейт, смотрите. На ульту Ильяса разбайтили, сейчас Soulbind движется неплохой, но это больше защитный Soulbind. Мэджика очень на базе, забирают у нас в итоге Ильяса, Паша, полетели за ним каски, каски, но остановить его будет по идее нечем уже. Хотя Ханскин, что по Брастрайку, Брастрайк, ну не хочется давать в этого Пашу. Не, все, Паша уже может себе позволить бегать, здесь там крест, я слышал никого. Там уже СФО, СФО пушит, пацаны, нужно возвращаться. Не, СФО нельзя, с ним нельзя так делать ни в коем случае. Он просто сейчас вас раскает, и все, Паша, Тимберчейн живет. Какой же плотный Паша. Опять же, эпицентр неудачный был. Мэджику подходит сюда, Линку сбивает Никабеби. Паша улетает, но СФО оттуда просто отступил, все. Логично. Тут на СФО, СФО, успели сбить ему Хекс. Телепорт сбивается, минус СФО будет сейчас, обеслаб голову. Забирает СФО, круто, круто. Ну а там база падать начинает, СФО может выкупаться, если что. Возвращаться, он выкупается, да, Лимп поймали, кстати. По байбекам все плохо, и у Нави, у команды Альянс, в том числе, Сомбайнд вешается, полетел Сайленс. Мэджикал почти умер, боже мой, Мэджикал под Маледиктом находится. Мэджикал может умереть, нужно срочно ему идти. Тут Хански находит Кристаллика. Нашел Кристаллайза, он тут ему мешает вернуться на базу. Он же ему будет его сопровождать, просто сейчас там падают. Он... Ханскин, умничка. Просто Ханскин умничка, он мешает Кристаллайзу в драку прийти, а не мешает ему туда прийти, потому что база горит, там сейчас будет мега грипы, забрали миличный брак, остается рейнджовый один, Торреншторм, Никабеби, Никабеби умрет первый раз, забирает его, ладно, ну ладно, и сейчас нужно просто, наверное, отойти отсюда, вейформ, да, Никабеби промывается, Эбислаб гол, батл транс, и... Ой, Ханскин врывается. Ой, как все плохо. Нави сейчас катит. Катит их сейчас. Каски полетели. Там СФО с дабл демеджем работает. В трон идет. Он просто в трон идет. Где-то мы подобное видели. Нави вас катит, пацаны. Вас просто катит, альянсы. СФО падает. Трон забирает его Хекс. И там сейчас, значит, упадет по идее. Да, забирает у нас Мэджикал. Мэджикал, Мэджикал с байбеком купается в игру. СФО без байбека, кстати, может умереть. И умирает СФО, ладно, там мегрипы уже упали, все. И теперь альянсам просто уйти. Они сделали мегрипов и ушли. Ой, альянсы, альянсы, альянсы. Там Никабеби на базе, Никабеби на базе пошел бить через бэкдор, бэкдор. Так, Сёма здесь, Сёма на месте. Сёма с Хексом, кстати, Хекс сбивает Ликун, нажимает Хекс. Никабеби с байбеком, даже если убьют, может скупаться. Там каски пока что просто кайтят их и все. Никабеби промывается, БКБ телепорт на базу делает. Так, ну все, два героя находятся на базе. Эпицентр, Бурал Страйк на Кристаллайза. Его спасает, вроде пока что спасает. Полетел корабль раз, Лимба ее не спрокает.
Корабль 2 по лите попадает. Рейншторм запускает у нас Magical. Кристалайз живой еще пока что. И там опять Ханскин. Опять подкоп. Никаба без здесь. Минус Кристалайз без байбека. Минус Magical тоже, по идее, будет без байбека. Да, это ГГВП. Альянсы забирают. Ну, легкое такое вот чувство ностальжии, я думаю, у всех сейчас было. Что-то было похожее. Ух, от Альянсов. Это вот очень умная макродота. Так, что у нас? Пугна на ласпик от Нави, Рики, Керри. Ой, что пацану, у Нави, похоже, проблемы большие. Так, у нас нападает на СФО. СФО, СФО неприятно. И, возможно, он умрет, но это еще не точно. Сифон на развор Ротис. Ворон по Кристаллайзу. Кристаллайз не помер здесь. Ильяс, Чернила попадает. Ферст Влад есть для Нави. Ильяс его отжимает здесь. Баунти он здесь заберет. Выход на Ильяса. Ильяс может умереть, и он умирает. Не свой получается пробить, Кристаллайз, но он с блинком. Пиком. Зиби снимается, берут стакеть, но Сёма до конца, дизрапшн, слушай, Сёма, он настроен агрессивно, он хочет сделать соло килл, но Зиби улетает. Нет, не улетает. Кристаллайз очень уязвим, пока что Рики Мартин, но вот. Попытка выйти над Нави на Лимпа. Прилетает сюда СФО. Сразу Стефоны по Мэджикалу. Никабаби тоже здесь. Мэджикал почти умер, но забрали Лимпа. Лимпа убивает. Разве пока что Керрими у нас тут произошел. Сёма пытается улететь. Репорт. Но не хватает ему хитпоинтов, чтобы отсюда... Никабаби. Играется. Арина поставилась. Попала по нему Паша. А по детекшену что? Что по детекшену? Дает он сворм. Никабаби дерется и забирает его Нави. Ну ладно. Вот уже была неплохая попытка. Получилось его пробить. Вряд ли в нем проблема. Ильяс, Фортуна, Ильяса. Сейчас заберут, да, минус Ильяс. Круто, круто. Теперь, кроме, ну, секретов, ладно, и чикенов может быть еще. Ладно, у нас Лимп сейчас поймал, а... Ну, Лимп живет, кстати. Лимпа поцелил Зиби, все в порядке у Лимпа. Его захилили, фракшн на разворте пошли драться. Никаба залетает, нажимает сам Магнетайз. Ильяс почти умер, Ильяс. Дал Соумбайнд, умирает или нет? Еще до сих пор живет. Живет он до сих пор, но там, конечно, работа Магнетайз, он умрет. Ну ладно, размен 1 в 0, хотя еще и возможно и нет. Забирают Зиби, ну и Сёма тоже, вот убивается. Его Ханскин здесь доконтролил. Там забегает Кристаллайз. Ты куда пошел? А что делает Кристаллайз? А что он делает? Что делать? Что это сейчас было? Что это сейчас было, пацаны? Так, ладно, Фортуна кастуется. СФО подрубает экзорцы. Ставится поля над Паше. Ну и прогоняет у нас Пашу. Паша выживает. Лайф дрейн, но не работает. Рон сейчас по Лимпу забегает. У нас сюда Никабаби. Фул хп почти. Лимп тоже фул хп. Пошли на Сёму. Сёма будет убивать. Минус Сёма. Паша тоже красный там стоит. Пашу копьё. Минус Паша. Минус Ильяс. Минус 3 делают альянсы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, пацаны, вы чё? Давить, душить, врыв на Пашу. Паша под нэкслэлом забирает Зиби, минус Зиби, неплохо. Соумбайн плюс Сайленс там далее. Но... Блин, красный. Кристаллику нужно спасаться. Вырывается на Мэджикал. Тоже лейв дрейн нажимает. Последнюю секунду прячет в дизрапшн, выживает. Паша в таверну, Мэджикал красный, Ильяс красный. Мэджикал почти умер. И он должен будет пойти умирать. Хотя, да, забирает его. Размен 3 в 1. Было неплохое начало, но потом что-то пошло не так. Лимп нажимает рефракшн, пушит сейчас альянса. И забирают они середину вышку. Сёма остается здесь, он никуда не улетает. И должны будут увидели. Врыв хороший, достаточно нажимается, два удара. Три и все. Вот так вот. Так, а тут у нас пошли на Мэджикала. Пошли на Мэджикала. Мэджикала поймали. Есть Сифона, декрепифай на него. Мэджикал почти умер. И там врывается Никабаби. Там, по идее, должен на него... Его должны будут добрать. Хотя он выжил. Хорош. Паша стоит арену. Забирает уже двух героев. Минус Кристаллайз, минус Сёма. И Ханскин уже идет в тир 3. У нас Ханскин почувствовал боль. Так, Соумбайнд вешается. И все. Никабаби, Сёма, а тут Лим, здорово, госкомпьютер пока что нажимает Сёма, Пурш вешает перед смертью, потому что его точно побивают. Но вот что будет с Мэджикалом интересно, Мэджикал ветра, Мэджикал живет, там точку дал Кристаллайз. Здесь. Ладно, вот у меня альянсы. Выходит на Ильяса, Ильяса нашли, в Ильяса вкатываются, и Ильяс должен будет умирать, хотя форстафается он подальше сюда, выживает Ильяс. Тем временем Соумбайт на развороте, вкатывается у нас Ханскин очень неплохо, дает Магнетайз, живет, хилится, живет очень хорошо, он живет, я вам больше скажу.
Так, нормально. Ханскин опять. Опять поймали Сему. Прыгает Паша копье. И таймлэпс. Одни кабаби прекрасные. Красный Нави, красный Паш. Минус Сема, минус Паша. Дальше за Мэджиком вообще не получается ничего. Нави уже под фонтаном их просто душит. Не упускает с фонтана их команда Альянс. Как тебе играет Дахака? Ты играешь? ГГ, да. Нави прописка ГВП. Это 2-0 за Альянсами. Нави практически вылетели из турнира. Все, у них там есть вообще теоретические шансы. Прям настолько они малы у них сейчас остались.